Это 134-й. Что? Ну, дети сейчас... 134-й. А первый? Ничего. А первый, может, не надо отдавать. А как 159 тогда? Да подожди, не путайте. Давайте мы его отпустим. Кто первый спросил? Нет, ничего. Дайте 35. Так на 23-й. 124-й. А зачем она 124-й? А, 135-й, ничего, 135-й. А 35-й? Не, а нам что, не надо, вам дайте, а нам не надо. Мы тоже стоим, дайте. У вас какой номер? У вас может, какой номер? Давайте в очередь да станем. Да люди, все успеете. Чего вы? Мы позже пришли. Не, батрак. Ты что, шубы это? Нет, не поможет. Там не слышно. Что вы делаете? Что вы делаете? Снимаю. Зачем вы снимаете, правда? Я делаю работу. Ну, вот делайте работу. Работу, я журналист. Ну что, что? Зачем она нам надо? И что, что вы журналист? Я снимаю. А вы это, Зачем вы снимаете, молодой человек? Ему все равно нравится. Выйдите, пожалуйста, выйдите. Отойдите, отойдите, пожалуйста. Уйдите. Отойдите. Журналист. Отойдите, пожалуйста. Отойдите, пожалуйста. Деньги, работа ваша, отойдите! Ну что ж вы злые такие? Отойдите! Вот скандалистка такая! Пусть ребенок занимается! Самая умная пришла тут, команда! Женщина, уйдите, пожалуйста! Да ничего! Вы дергиваете! Знаем как! Вон, с той стороны! А что это за программа или что это? Что за... Какой передача или что это? Какой... Женщина, вы какая? Ну какой порядок получения номеров? Утром пришел, 5 часов, занял очередь, записался. Пол 9 получаю талончик. На какое число мне сдать документы? А потом с этим талончиком? Ну с этим талончиком 23-го приду, сдам документы. И потом мне там скажут, когда мне получить сколько. То есть талон дают на 4 дня вперед, да? А что на 4? Сегодня какое? 16-е. 18-е. Да какой 18-е? 17-е, наверное, или 16-е. Ага. Ну, что? Ну, чуть не на неделю, да? Да, на неделю. А потом с этим талончиком сдаешь. Главное,